В Одинцово состоялся пасхальный детский крестный ход. Шествие стало уже 19-м по счету. На этот раз организаторы изменили традиционный маршрут. Торжественная процессия стартовала от собора Георгия Победоносца и проследовала не к Гребневской церкви, а на центральную площадь города. В шествии приняли участие несколько сотен верующих, представители духовенства, воскресной школы, молодежного центра, церковного хора, звонари и все желающие. В общей сложности около 3000 человек. Дети, славя Христа, несли хоругви и иконы. Торжественная процессия растянулась примерно на километр. Прохожие встречали участников крестного хода улыбками, фотографировались и присоединялись к шествию. Мы регулярно бываем, в своем храме. Она у нас, наверное, с годика на ночной службе бывает. Что сейчас испытываете? Радость, светлое чувство. Христос воскресе! К этому времени колонну верующих уже ждали на центральной площади города. Возле сцены началась праздничная служба, после которой ко всем присутствующим обратился благочинный церкви Одинцовского округа священник Игорь Нагайцев. Конечно же, разрешите от главы городского округа Одинцова Андрея Робертовича и от себя лично, от духовенства Одинцовского благочиния всех вас поздравить с праздником Святой Пасхи. И я думаю, будет правильно, если от нашего с вами лица мы передадим слова благодарности главе городского округа за тот праздник, который сегодня уже состоялся. После богослужения начался праздничный концерт, на котором выступили артисты театра под руководством Натальи Бондаревой. А завершилось мероприятие радостным пасхальным перезвоном. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».